Привет, прогрессивный народ. Это истинный следователь. Поговорим о почте. Здесь вот отделение, как обычно, вечером куча народу, очередь, я не знаю, на час, наверное. Денег они берут дофигища, те, которые работники сидят, они небольшие, да, зарплаты получают, ты должен их жалеть, нифига ты их жалеть не должен. На самом деле это общая такая структура, которая собирает миллиарды рублей, какую-то премию вот этим начальникам своим, там 95 миллионов рублей выплачивает ни за что. Что можно сделать конкретно? Ничего не меняется и не поменяется 5.11.2017. Что бы сделал я? Здесь делали ремонт, окон нету на улице, то есть вентиляция. Элементарные правила СанПин. Должна быть вентиляция. То есть пока стоишь, а не стоять, а сидеть там, стульчики с воздухом. И отопление, естественно, ну, отопление есть, но душно сейчас. Вентиляция, то есть приток свежего воздуха. А летом кондиционирование, охлаждение воздуха. Саму структуру просто ликвидировать, закрыть. Какие-то коммерческие, может быть, иностранные. Не нужна эта государственная почта. На самом деле она, как все структуры государственные, не государственная, а ну, какие-то там три бандита у нее владельцы, а вы спонсоры всего и оплачиваете по ценам такими же, как за рубежом, с доходами в 100 раз меньше, либо вообще вы без доходов. И это все будет специально поддерживаться, потому что тут есть такой вариант получать и еще какие-то субсидии получать. То есть вот они берут, например, за отправку там 200 рублей какой-то посылочки. Это нормальная цена, международная. А потом еще из бюджета как бы вот на ремонт там. Ну, в общем, обычные схемы. Но я удивляюсь, вот просто что ничего не меняется, ну, потому что люди ничем не руководят. То, что по Конституции народ должен руководить. Люди ничем не руководят. И само даже вот это здание, оно давным-давно было построено. Сейчас его сдает кто, я не понимаю. Какой-то чинуша-бандит, либо бизнесмена при чинушах. Это здание людям должно принадлежать. Ну, старое вот это здание. Вообще снести его надо. И как бы люди получали бы... Ну, заходят вот здесь, которые живут в районе давно, то они должны заходить в банк и видеть там какую-то прибыль вот с этой сдачи вот этого помещения. Это все, естественно, не делается, но это по мне так это элементарно. Какие-то типа приезжие тут магазинов понастроили, чушь, и рабы стоят в очереди. И банк там, связь банк, почта банк, тоже для того, чтобы денежки рабов лежали, даже не сколько лежали, рабы там забывают половину своих денег. То есть не надо эту структуру реформировать, просто ее закрыть надо. Либо сделать акционерами, как я предлагал, теплосетей всяких людей. То есть вы владельцы, вы там, вас спрашивают.